ребята, с вами я, Даша Друже, и это влог. Я начинаю его вечером, потому что только вечером окочурилась, я на целый день плакала. Полный трэш. Тимоша, Тимошка. Лёшка. Мы сидим, отдыхаем, как настоящие эти, блядь. Экстрасенсы, пьем колу, заедаем сухариками. Маслом, блядь. Я обожаю. Это из детства пирожные. Ребята, это самый дешевский торт, который вы можете себе представить с маслом. Даша очень любит. Мне Тимофей хотел выплюнуть, но все равно съел, кайфанул. Лёхе зашло, да, Лёх? Ну это такие вокзальные, блядь. Блядь, да Лёхе сырные шарики козлячьи зашли. Это вообще, блядь, цемент нахуй. У меня все зашло. Ну вкусно было, вкусно. Я люблю пожрать. Да, мы немного повеселились, сидим, болтаем. На похуй, когда выйдет. Сейчас пицца придет. Вот мы с мальчиками пьем лимонад. Потом за пивом пойдем. Не потом, а сейчас. Зожники. Че, Лех, как у тебя дела? Давно тебя никто не видел? Ой. Прям сейчас рассказывать, ты думал потом. Ну как у тебя дела-то, в общем? Да вообще неплохо, ребят, все охуенно. Качаюсь, да? Скоро буду русским. Купи футболку, я русский. Чтобы на спине было написано. Что купил? Я куплю себе кольцо. Какое, Картье? Спаси, сохрани, да, нет. И так получу русский паспорт. Будем сейчас смеяться в камере, блядь. Лёха белорус, и он сейчас русиш хочет стать. Квадратиш, братиш, гум. А помните были конфеты шипучка? Да. И кислинка, которая зажигала челюсть. Я недавно купил конфеты, в которой это было одновременно все вместе. Кислинка и шипучка, орёте, блядь. Вау. Вот бы шипучку опять выпустили. Мне кажется, что её можно где-то заказать, пусть, по-моему, на мой адрес. Да, может, наверное. Мне кажется, это какой-то, какая-то опальная шипучка. А мне похуй, даже если палёная будет, блядь, шипучка я буду жрать. Нет, на самом деле, есть же магазины, шипеть будешь, да? Продают старые, типа, всякие. Ни разу не делал, кстати. Липучка, блядь. Где продают еще десятилетняя, нахуй. Я вроде бы ВКонтакте заклал. Знаешь, как понять? Есть альтернативки какие-то. Ты знаешь, как понять, что шоколад хуёвый, на нем белая какая-то пыль собирается? Ребят, фанни бум. Ну хуйня это какая-то. Хуйня, но, блядь, похоже. Это будет начинка такая же лютая. Блядь, вот бы это начинки. А я скажу, дети, пизду, монстр продаж, блядь, 9К+, идите нахер, я беру себе. А ты отзывы-то почитал? Как у шипит? У них даже, блядь, есть какие-то декларации здесь. Как шипит-то от 0 до 10? Ты пиздёшь. Они даже вальду... Нет, ну слушай, у них хорошие продажи, это официальный магазин. Хороший, это не будет как-то, блядь, палёные косметики, я думаю. Ну, главное, что мы поели. Это все пиздёшь. Ой! Лёха обосралась и побежала. Только что, кстати, какать ходила. Тимофей соблазнил на сосиски молочные. Я пиццу заказала, и он вот готовит. Сейчас будем есть сосиски. Я съем Тимофеину и Лёхину. Засволка, блядь. Лёха. Лёха волосы постриг немного. Да. У Лёхи волосы лучше, чем у любой девочки. Здравствуйте. Пришел мой любимчик. Спасибо за пиццу. Ага. Главное не это, не ебануть. Это все, да? До свидания. Какой хороший мужчина. Пицца, это наггетсы, пицца с сырами. С четырьми или с пятью. Опа, закуска, блядь. Тимофей счастлив. Поесть раз в неделю. Вау, ну прикольно выглядит, да? Блядь, я на доставку 23 косаря в день сейчас. Приехали накормить Тимофея, называется, да? Ну что, мальчики, налетайте, блядь. Горячая, наверное, да? Чья-то кожа, похоже на кожу пигментированную. Блядь, а что ты нормальную пиццу не заказал? Почему маргариту, блядь? Маргарита, это охуенная пицца. Ну а че ты, блядь, не предложила заказать это что-нибудь нормальное? Что ты не сказал, что сейчас? Я диктовала, блядь, ты там сидел. Я несколько раз спрашивал, мы сейчас еще раз повторять. Жизнь что дают! Привет, моя пицца, любимка. Какая-то она это, блядь, остывшая, да? Она, блядь, жирнее, чем это, блядь, на ребрышке, нахуй. Мы про ребра говорили свиные, потому что там это, блядь, на ребрах жир. Мы просто не любим жир. Вообще. Она тошнит от жира. Мы а любим деликатес. Вот щеки, блядь, жирную хуярят. Так, это не выглядит как уёба. Ебать, она аж капает, блядь. Смотри, она сочнейшая. Мы решили есть пиццу с сосиской. Мальчики, приятного аппетита. Сосиска во все щели. Какая-то трэш-вечеринка, блядь. Вечеринка фриков, блядь. Трэш-модели. Ну это точно. Вкусно. Ебуче. Лёх, как тебе? Давай сосиску быстрее. Сосиску будет реально молочная, охуенная сосиска. Лёх, сосиску в рот давай, кусни. Пиздос. Кусни. Лёш, единственный из моих знакомых, кто черные носки носит. Зайка, у тебя капает сосиска.
Тимошка, как тебя? Ну, заебись вообще просто. С сосиской? Ага, и с кетчупом. Угу. Лучше, чем сосиска папы. Накрасилась, блядь, помылась. А эти свиньи, блядь, говорят, что они устали, нахуй. Я сегодня целый день плакала. Сегодня целый день плакала, чтобы к вечеру настроение появилось. А эти мрази, блядь, на связи. Чё, Лёшка, шатаешься? Глаза заплыли. Я устал. Ну, Богу известно, чего, блядь. Уставший. Да я просто устал, блядь. Зашли за пивом, пьем. О, Тимофея, старый мельник, бланк. А еще где какая? Тимофея, у меня вон и мои пива стоят, блядь. А два у тебя, да? Ну, вон бланк мой. Два бланка у тебя? Нет, бланк, старый мельник, какой-то шмель. Ой, шмель. Бзззз. Леша только что показал своего знакомого, который письку лимонит. Тимофей захотел сразу того же, но я ему сегодня не дам. Леха купил бланка 2, да? Два бланка? Ой, какая цаса! У меня бланк Эсса и старый мельник. Ты пернула? Нет, бутылка. Главное. Я думала, ты пернула. А ты... пёрла, Лёша всегда меня подставлял, блядь, он всегда пердел мощно и говорил, что это я. Я сейчас вам покажу видео, в котором Даша. Ага, они меня все подставляют, блядь, я вообще не пердела. Вот это видео, где ты пернула? Ну, соглашусь, было пару раз. А, ну это да. Ну пару раз было, соглашусь, маленькие шептуны. А, нет, я у тебя был, ты пернула примерно, такая, ой! Потом я пернул. Нет, ты в жизни моей первый раз пернул, да. А потом вот на видео ты ебанула. Так у меня вообще никогда не пучит, но тут запучило. А что ты ела? Роллы. Нихуя. Мы с тобой роллы ели. Не, ну а до этого ты же до них начала срать. А я ебу это 2 месяца или 3 назад. Это больше полугода назад было. Ты ебнулась? Я в Москве уже почти год. Год, наверное, назад. А, да. Но сейчас Леха выпьет газировки, его разъебет, блядь, у нас здесь. Тимофей, кстати, тоже пердит часто. Я отдыхаю, мне похуй. Ой, блядь. Ну мне как женщине нужен бокал. Ты сейчас не в культурном городе живешь, поэтому ты с горла хуяришь. Питер вообще-то культурный город считается. А Питер культурный? Да ты же не в Питере сейчас живешь. А где я сейчас? В Москве. Вообще-то я сейчас в Питере. Ну ты приехала в гости. Да, блядь, это мой родной дом. Я тут 22 года прожила. Да хуй там плавала, я отвыкла. Ну, конечно, таких Чиполлин в Москве не встретишь, но. Выпиваем. Ты что, в доту не будешь играть? Буду сейчас записываться еще тёлки, блядь, заебали, да, хуй, ёпта. О! Удали. Тимофей открывает салон красоты. Открыл уже. Открылась, блядь. Празднуем. Я люблю мою работу. Я спрашиваю, блядь, ребят, а видно, что у меня губы накачанные или нет? И они такие начали шутить про то, что, блядь, якобы, ёпта, не видно. Но по факту, Тимофей говорит, они на пол лица у тебя. Но у меня раньше не было губ, но это небольшие губы. Я хочу еще миллилитрика 2. Лёх. Ты ёбнулась? Тимошей. Я думаю, красиво, но пора остановиться. А что не нравится? Вот верхняя сравнялась с нижней, наконец-то. То есть у тебя да, верхняя скоро... сравнялась с носом, блядь. Так у меня тут небольшое расстояние, и что мне? У меня любая помада даже без губ. У тебя было там расстояние с палец, сейчас тогда, блядь, ничего не помещается, блядь. У меня без губ было, и так на носу все помада. Однажды, нахуй, ночью просто задохнешься, твоя губа, нахуй, закроет твой нос, блядь. У меня большой нос, крупные глаза, и мне нужны большие губы. Да, идеально. У меня отличные, красивые, голубые, большие глаза. У тебя лицо, как будто тебе не хватает воздуха, у тебя губы мешают. Не, у нее лицо купонки, как купонки. Купонка, это улыбка, покажи. Реснички натуральные, кстати, вчера помазала для роста волос, и вот выросли за ночь. Ну да, что у тебя такой же рот примерно. Ну, блядь, уточка милая. Сейчас у тебя губа не дура, блядь. Губа не дура, реально. Сейчас у меня уже губа не дура, блядь. Такое уебать можно. Смаглыстом, блядь. По залупе, блядь. И не этими губами, а вот этими. С двойным нахуй получается. Губы по восьмерке раскатала и пизданула. А я и покупаю сейчас виду. Я потом играл. Нихуя. На какие шиши, блядь? Ну, салон-то, блядь, приносит денежки, я буду копить. Угу. Кредиты закрой. Ну, блядь, потерь. Мои тоже закрой. Твои кредиты не закрою, блядь. Закроешь. Нахуй. Будешь миллион зарабатывать, закрой. Ты сама почти отдала свои кредиты, блядь. Мы с моими играем в доту, все уже напились. Не, губы со вкусом. Выпили все. Не все. Выпили все пиво. Нет. В смысле нет?
Ты мне? Вон, смотри, что шипит. Выпили пиво, устали все. Рожкова, а что ты глаза так напрягла? Напились от пива, как от водки. Ну, Тимофей вообще трезвочком, молодец. Спортом занимается. С физкультуру делает. Спринт бежит. Молодец, мальчик. Я люблю пиво просто очень сильно. Я тоже. Пейте пиво. Ничего не могу с собой поделать. Пейте пиво, мужики. Пивом запивали. Я Рожкова сейчас такую хуйню сказала. Посмотрите, что она сказала. Напрягись. Напрягись. Давай, Рожкова. Ты меня спросил, типа, это... Я уже забыла, если честно. Что, хочешь сдохнуть пойти? Да. Я сказал, ты что, ёбу дала? Я говорю, я сделал все возможное, чтобы всех пережить и посмотреть, как все сдохнут. Ты будешь той самой мразотной бабкой, которая будет и Паркинсона, блядь, и инсульт, и инфаркт, блядь, но эта сука будет жить. Да-да-да. Сидеть уже в коляске, глаза только поворачивать, блядь, один ослепнет, она все равно будет так ебалом щелкать. Тишка там играет лексика в дотяру, а мы с Лехой нимфетки. Уже спать хотим после я пива. Спать, я тоже. Потому, ну, это потому что... Ну, у меня там еще есть. У меня еще полбутылки. Ну, мы уже хорошо набухались так. Мои геймеры. Зайка, вот мы решили... Мы нашли сладкое, решили поесть. У Рожковой Скитлс. У Тимошки пикник. Мы весь вот твой влог жрём и жрём, как суки. А у меня Мэрс. Мне нравится, вчера я поела укрицы и тоже захотелось. Поэтому как-то так. У нас соленая суббота, да, мальчики? Да, мальчики. Лёлик уходит, мы ее провожаем. И слава богу. Ой, слава богу, пёрдый ваш отсюда нахуй. Лёля одевается, мы с Тимошкой провожаем, и Тимошка меня сфоткает голову на площадке. Смотрите на OnlyFans. Сосать и кончать. А я это с... Вот так. Вот так, курица. Завтра мы едем в секонд-хенд, но не просто на так. На уделку. Да. А с чем? На базар. Мы едем на эконом-классе, да? Как обычно, на экономе, да. Наконец-то эконом. Визитов набрали, на экономе поеду. Ну, пожалуйста, золотая курочка. Мама рассказала, дети балуются, блядь. Мама повезет нас, ее агентство. Мама уходит, блядь, уезжает. Блядь, 6 минут камни, блядь, за ним едет. Не мэсик и не бэхом. Камни 3,5, камни 3,5. Леша заказывает охуенную машину, мы на нее сейчас посмотрим. Ты дура, блядь. А потом завтра сами поедем. Надеюсь, приедет Ламборгини. Ламборгини Адвентадор. Леша, так за тебя рада. Давай я покажу, куда. Купи мне машину. А, Леша сейчас уедет на Тесле. На Эске, а мы на Иксе завтра поедем. Да, мы хотим посмотреть, что это вообще такое, типа, посмотреть, вот она. Крутая она или нет, как думаете? А красного цвета она? Лешка, давай. Леха на Тесле. Это оно? Да. Это оно? А чё выглядит как этот, блядь? Нет, это не та. А чё выглядит как Ниссан? Нет, мы записываем, закажем Тиксик тогда. Да, это какой-то Солярис. Солярис. Хёндэй. Алексей. Просто, я даже не знаю, как играть. Я тоже не знаю. Ну да. О, оно вылезло. Кайф. Все, давай. Давай, все. Довезите нашу шкуру! Погнали. Нихуя! Слушай, ну я... Не, мы на Иксе поедем. А Икс, интересно, на сколько пизже? Намного пусть. У нас вот двери просто наверх открываются. Ебать. Мы с Тимошкой устали. Тимошка уже лежит, похрапывает. Сейчас будем смотреть четвертую серию игр в кальмара. Третью досматривать. Чего? Третью досматривать. Третью? Мы просмотрели ее сегодня. Четвертую будем смотреть. Пятую сразу. Мальчика маленьким. Короче, сейчас будем смотреть, вот и спать. А сюда мы поедем. На уделку. На уделку. Доброе утро. Сегодня я не пошла ни на какой рынок, потому что я спала. Вот сейчас я буду ехать к косметологу. Не знаю, что буду делать потом. На улице охуенная погода. Вот. Ну,
Блядь, что я хотела сделать, я уже не помню. Что, настроения у меня нету опять, блядь. Короче, меня все бесит, и вообще меня бесит, блядь. Тут голый лежит, с яйцами кверху, блядь. Поэтому не знаю, посмотрим, вот. Ну, надеюсь, что будет норм все. Сейчас около 13:45, я сейчас поеду к косметологу. С утра у меня хуёвое настроение, блядь. Я уже второй день пытаюсь, блядь, доехать на рынок, блядь, в секонд-хенд, но нихуя не могу встать. Терапевт встает раньше меня, а я, блядь, встаю позже. Сегодня у меня вот такой вот лук, платье мое, которое я покупала в секонд-хенде, колготочки. Возможно, гетрики еще надену, вот такие вот. Сейчас поеду к косметологу. Взяла еще сумочку свою розовенькую. Все так бесит, блядь, пиздец, не могу нахуй. Вон солнце аж, блядь, на улице, смотрите, как солнечно. Все муравьи ебаные опять повылезают сейчас, суки, настроение испортят, блядь. Сейчас возьму кафе внизу и поеду. Я сяду в машину, поеду на ботокс. Буду колоть сегодня подбородочек. А дальше посмотрим, что будем делать. Скорее всего, ногти наращивать, перенаращивать. Тимофей будет. Я иду на улицу пить кофе и ехать к мискете. Блядь, не знаю, вот сегодня пиздец. Тимофей бесит нахуй. Не могу, блядь. Захожу в туалет, говно не смыто, блядь. Смотрю в ведро, блядь, рядом с туалетом. Там говняная бумага, блядь. Сука, опять все навалено, опять все в дерьме, блядь. Ну пиздец. Прям не люблю, блядь. Не люблю срач ебаный. Все в срачу, блядь, пиздец. Я где-то еще надела вот такие вот модненькие. Сейчас подбородок сделаю, блядь. И что-то опять, блядь, губе как будто не хватает. Вот тут у меня губа, да, и вот тут, блядь, какой-то... О, господи, здравствуйте. Здравствуйте. Там подвинитесь, пожалуйста. Попробуем. Ага. Ну, в общем, вот у меня губка, и мне кажется, что тут у меня, конечно же, не хватает. Поэтому сейчас мы дохватим, так скажем. Спускаюсь уже сейчас кофейку, а потом, опа, и бахнули. Чуть как-то это... Туговато сегодня заходит. Блять, сбили нахуй соседи, черти ебаные. Короче, они сзади? Нет, нет. У меня вот тут вот в губе не хватает конкретно, вот здесь опять. Хотя не я пухлый, но тут вот не хватает. Опять какой-то идет спад. Вот здесь отлично, а тут спад, опять не хватает, блять. Когда уже начнет хватать всего? Сука, я сейчас зашла в лифт, блять, там собачка эта, блять, маленькая. Не поместимся. Угу. Сейчас, блядь. Собаку нахуй выпердывать отсюда. Я иду. Я иду, блядь, на косметологические процедуры. Никаких, блядь, собак, никаких, блядь, домашних питомцев. Пошли они нахуй. Мне нужно уколоть лицо, и я не собираюсь опаздывать, блядь. Ваша мама, как всегда, не смогла пройти мимо пирожных. Кофе. Я решила мискетти взять. Несколько пирожных вкусных, каких-то вон там амур, сердечко как раз ей. Ну и корзинка с малиной. Вообще она диабетик, но похуй, что укол ставит, и пошла гуляй рванина. Поэтому, в принципе, можно. Я уже немного опаздываю, но это буквально чуть-чуть. Я думаю, что она меня подождет. Блять, ору с пацана, пиздец. За мной стоял чувак и такой, сейчас я забирала свое кофе, блять, вон там все стоит. И он такой, здравствуйте, а можно хачапури? Хачапури нет? Блять, какой нахуй хачапури, блять? Вообще-то это сладкое кофе, блять. Где вы видели, что, блять, хачапури был в чем-то сладком? Ну, типа там где тарталетки, пирожные, вся вот эта хуйня. Можно хачапури, блять? Походу, это тут его друг стоит, блять. Не знаю, слышит, блять. Ну, пусть будет стыдно, блять, за хачапури с утра. Кстати, сейчас вам покажу, что я мискетти взяла. Вот, блядь, не уверена, что... Ну, ей по-любому сладкая, можно вот такую вот бомбу ей несу. Пусть, блядь, это, поживится нахуй. Это у нее там импланты, блядь, в руках, которые меряют, позволяют мерять ей сахар. Посмотрим, блядь, повысится у нее сахар после пирожных или нет. Точнее, диабетики как? Они мерят сахар, если там у них все нормально, то они могут принять что-то на душу. Ну, а если сахар, блядь, пиздец зашкаливает, то нужно вколоть и подождать его. И потом уже кушать. Ну ладно, уколется, что, блядь? Уколется, блядь, поест. Не уколется, не поест. Блядь, какой-то пиздец. Прям на асфальте, нахуй. Говняное говно, блядь. Ёбаные собаки, блядь. Я ненавижу отмывать говно, блядь. Сука, блядь. Представляете? Прям, блядь, рядом с машиной, блядь. Собачье говно. Это как, блядь, понимать? Пиздец, блядь, ухаживайте за своими ебаными собаками, блядь, потому что от них остается говно. Значит, как я сегодня выгляжу? Вот так, такое у меня платьице, гетры. Вот такая вот я розовая сумочка. Сегодня говняная принцесса. Только что, блядь, в дерьмо наступила собачью, блядь. Неужели так сложно за своей собакой вонючей, блядь, драной убирать? Как вы думаете? Мне не сложно. Мне так колготки еще такие интересные, посмотрите. Прям с дыркой, блядь. Очень неудобно. Они еще маленькие мне оказались. И вот опять все по пизде пошло. У меня обычно такая штука от моих ногтей. Вот. Ну, типа я царапаю. А сегодня еще и подмышки свеженькие. Опа. А сегодня я, блядь, что говорила? А сегодня я тоже в рваных колготках. Смотри, мискетти, блядь.
Ну так и должно вообще дырка быть. Я тебе кое-что принесла там это, к чаю. Надеюсь, блядь, что твой диабет нахуй не вскроется. Посмотри, там сердечко и корзинка. А тебе можно, да? Да. Будем делать подбородок. Она мне, знаете, что сейчас говорит? А ты, я видела, типа, все, ты вчера пиво пила. Конечно, а что, мне не пить, что ли, пиво? А, будет, типа, кровоток, да? Кровить. Может, подотечь немножко. Слушай, лицо. Ну я так, я нормально, я немного выпила всего лишь 3 бутылочки пива. Знаешь, я недовольна так собой, я должна была, блядь, встать рано и поехать на уделку, короче, в секонд хенд. Но я еле встала, блядь, в это, в час дня. Я с утра вообще такая не в духе, у меня все бесит, всех ненавижу, блядь. А что мне сказали, что ты Меркурий шалит? Слушай, блядь, что-то мне по жизни Меркурий как-то шалит. Тоналочку наносила, мне с Кетти все слезала, блядь, своим коровьим языком. А получается, он будет вот так у меня смотреть вперед. Я тебе вот то, что он здесь квадратный, и у тебя вот этот бугор выступает больше, вот этот заваливается. Угу. То есть этот вот бугор вперед, этот назад. Я вытяну середину и подровняю бугры. Угу. Ну и бучка у меня, в принципе, немного кривовата. Он у всех. Но опять же, таки, знаешь, хочется такого эффекта, чтобы типа это не, ну, не смотрелось прям супер натурально. Я тебе его сделаю ровный. Из квадратного, вот из такого, я его сделаю круглый. Вот так. Ок? Да. А что использовать для того, чтобы это колоть подбородок? Филлер. Какой? Более плотный. Мы будем делать Princess Volume. А, кстати, я слышала о нем. Сейчас мисс Кетти анестезию меня забомбонит. Хотя я могу, в принципе, и так потерпеть. Ну, все, у меня тут анестезия. Сейчас немножечко подотпустят. И будем колоться. Прошло 4 или 3 дня, да, после того, как мы сделали ботокс. У меня, вот сейчас, погоди, короче, у меня такое, у меня так, так странно, блядь. Мне теперь кажется, что у меня тут что-то пластина, блядь, какая-то стоит. Ну, типа, тянет, потому что здесь. Да, да, тянет, вот. И, короче, я вот прям чувствую, что мне не сомкнуть брови до конца. Но, мне кажется, знаешь, что я все равно их сомкну. Но он должен еще подстать. Просто дело в том, что когда ты пьешь алкоголь, он встает потом не очень. А я чуть-чуть выпила, а ты бутылочка села. А подбородок, кстати, вообще ничего не чувствую. Типа я его сжимаю и... Ай. Но он дольше встает. Он просто процесс начинается, встает он дольше, чем межброви. Ну вот, видите, это максимально, сколько я могу сжать. Кстати, хорошо он выравнивается. Ну-ка, сядь, дай сидя, посмотрю. Да, но только... Короче, смотрите, опять у нас одна и та же... Один и тот же прикол, одна и та же проблема. Вот это вот... Все хорошо с этой губой. Вот тут опять, блядь, куска не хватает. Видишь? Да, себе этот. Прямо это, вмятина. Потому что сигель как-то перетекает наверх, наверное, да, скорее всего. Больше наверх, чем в сторону. Вот прям не хватает вот здесь. У меня проблемные губы, блядь, все смещается, блядь, мигрирует. А мне нравится, наоборот, блядь, губы красивые. Но они сейчас ровные стали, вот что радует. Я потом найду старые твои фотографии. Ты помнишь, да, какие у меня губы были? Надо посмотреть, какого числа мы делали. Так, губы с гулькин хуй. Короче, вот это мы сдуем потом. Мне скажите, все я хочу что-то, блядь, до идеальности довести, в рот мне, блядь, залезть, чтобы лишь бы мои губы, блядь, чтобы уменьшить. Красивыми сделать, пухлыми, большими, но красивыми. Угу. А вот тут у меня, короче, висит кусок старого геля, даже не мисс Кетти, но чей-то. По всей видимости, да, то, что не удалили. Или он опустился. И мисс Кетти, блядь, метит на него, хочет его удалить. Лангидаза туда вшикнуть, но я боюсь, что, блядь, мисс Кетти мне без губы нахуй ставит. Лангидаза же 2 недели, блядь, усваивается, да? Да, несколько дней она работает, потом просто восстанавливается. Ага, я знаю, что потом нельзя ничего докалывать, потому что она разъест. Все то, нельзя докалывать 2 недели. А, ну охуенно, блядь, значит, у меня губа может опуститься. У меня с этой стороны не только вот эта вот хуйня, которая свисает, у меня и тут постоянно гель мигрирует. Ну, сейчас хорошо. Наклони чуть вниз. Че, мисс Кетти мне губу распидорила, добавила немножко. Ну, я там подровняла, сейчас сделаем. Вот эту вот часть чуть-чуть. Вот это вот. Да, поняла. Потому что она стала ровная. Хочется углубления. Хочется, чтобы вот она верхняя выступает, чтобы нижняя была тоже центральная часть чуть пухлее, чтобы. Да-да-да, подъебана немножечко. Блять. Пиздец, французский поцелуй. Нижняя самая неприятная. Но нижняя губа не то чтобы больно, типа пиздец. Просто верхняя намного нейтральнее, чем нижняя. Нижняя, блядь, когда прессовывают, вообще, блядь, как будто сфинктер рвут, блядь, на живую. Тебе тоже нижняя больнее, да? У всех нижняя, блядь, там иннервация другая. Пиздец, блядь, она как будто полуплотнее. Через низ там вся херня. Вот такие вот губки в итоге, девочки. Кто-то прет, блядь. Это к тебе? Шоки, иди сюда. Так, короче, прикиньте, что? Посмотрите, это подруга крысы, блядь.
Блять, я уже забыла. Сатан джиелист или как тебя? Сатан джиелист. Блин, какая-то красотка. Ты чемодан на кубы, думаешь, пришла? Ну, какая-то сейчас пришла. Погоди, как тебя зовут? Я уже забыла. Марьяна. Марьяна Ро. Нормально, вы в одном колледже учились. Марьяна Ро, нихуя себе. А что ты рыжая, а не красная? У тебя красные волосы. Мне денег нет на краску. Слушай, не пизди, блядь. На то ты заработаешь. Губы. Сегодня вместе на трассе можем постоять. Представляете? Давно не видела, да? Хоть обнимемся, блядь. Это же подбородок ходишь? Да. Ой, и губы еще. Губы. Посмотри, как твои губки. Вместе эти мне их довела, блядь. Это очень ага. Сколько у тебя? Три? Чего? Два? Литра. Три больше тройки, наверное, да, уже? По половине добавляем. Да. Но в последний раз была троечка. Мы постоянно... Кривые были очки. Да, я ей постоянно говорю, пожалуйста, по чуть-чуть докали, блядь. И потом в итоге целый шприц заставляю докалывать. Она хочет его оставить на днище. Я говорю, пожалуйста, давай еще. Блин, представляете, Марьяна, она, короче, была в Корее несколько лет. Это, да, наша, это наша подружка с Полиной. Она училась в колледже на одном курсе, да, вы с Полиной учились? Да. В одной группе, стилист. Представляете, блядь, сейчас она приходит. Нихуя себе! Надо моя женщина. Набрать. Слушай, ну похорошела. Ну и так была красотка, но стала еще больше красоткой. Так, ну тут у меня есть эти контрафакты всякие, как обычно стоят. Смеши, а то рука дёрнет, и у меня будут. Тебе еще только анестезию накладывают. Мискетти на психосоматику действует, она на самом деле белый белок тебе накладет на губы. И это на самом деле не анестезия, так что это, блядь, не пальцы. В Корее проституция развита хорошо? Да. Тогда я еду. Сейчас мы будем делать принцесс волюм препаратик. Мискетти откуда-то шприц вытащила, блядь, из-под стола. Уже иголка такая красная была в чьей-то крови. Ну, ничего страшного, нормально, экономим, блядь, иголки. Препарат кладется на надкосницу, Мискетти сказала. Так что сейчас мне будет пиздец неприятно, наверное. Ну, похуй, чё. Ради красоты стерплю все, даже мордобой. Можно мне сегодня, ну, маленькую баночку пива выпить? Маленькую, вот 0,33 с малиной какую-нибудь вкусную. Маленькую можешь, что это такое? Хорошо. Чё? Что это? Это после вкола. Ну, блядь, синяк. Ты мне ботокс херачила, в сосуд, видимо, попали. Блядь, Мискетти, нахуй, у нее игла какая-то длинная. Честно, покажи свою иголочку. Да короткая. А ты полностью ее прессовывать, что ли, будешь? Все, встань. А мне напрягаться или расслабиться? Расслабиться. Только не дергаться. Угу. Терпимо, хорошо, чуть-чуть. Такое ощущение, как будто, вот, знаешь... Что-то плотное начинается в подбородке и распирает. Я чуть-чуть поднимаем, да. Ага, прям чувствовала что-то такое. Блять, еще угол. А что такое, блядь? Не в конце, знаешь, прям это неприятно. Это из-за того, что ткань расширяется. Поэтому я его люблю, его, знаешь, чуть растянуть. Угу. Да, место появится свободное, потом еще. Я думала, принцесс Волюм только в губы колоть можно. Нет, я его люблю колоть в этот, в подбородок. Видишь, выравниваться начинает. Сейчас еще один болис сделаю вот сюда. Не, на самом деле пока все ничего не вижу. Он такой, он не острый еще. Он острым не будет у тебя, потому что острые бывают только в фотошопе в инстаграме. Такой отлично. Филлер, когда начинает тянуть воду, он начнет чуть-чуть вот в объеме. То есть с утра типа ты имеешь в виду? Эффект от сцепления филлера с надкосницей происходит в течение двух-трех недель. Что это значит? По факту через 2-3 недели ты увидишь, что он такой чуть подвытянется немножко. Ой, пиздешь, блядь. Да твой вытянется, это на один миллиметр. Мискетти ну, любит острым не будет. Острым не будет. Острое это когда поверхностное введение можно. Но при поверхностном введении он потом съезжает сюда к коже и начинает вот такими вот. Девочки приходят, я им растворяю подбородки, потому что им ставят поверхностные. Поверхностные ставить нельзя. А почему нельзя? Ну потому что он мигрирует потом. Чувствую, блядь, такое прям распирание. И подбородок прям болит. Вот губы, они в принципе не болят. А вот но подбородок... губы это уже привычно. Ну хуй знает, типа. А подбородок еще... Видишь, он стал кругленький. Угу. Вижу. Видишь, ямка ушла. А может совсем чуть-чуть вот сюда добавим, прям посерединке, чтобы оно было, ну, более такое выступающее. Тут чуть-чуть. Ну, он весь здесь и есть. Мне вот сюда еще чуть-чуть вот сюда могу добавить. Давай. Потому что я давлю, там, и я чувствую, что он уже не идет, потому что места мало. А если его много раздавить, он разъедется. Слушай, а ты вот когда его вставляешь, ты просто вот так поделай. Держу. Ну, прям в подбородке. И место освободится обязательно. Я аспирационную пробу делаю, прежде чем делать вкол. Это что? Это проверить, что я не попала в крупные сосуды. Да, если попала, то что? Синяк будет и все.
Нет, нельзя колоть. А пробу это как? Ты, получается, вкалываешь? Поршень на себя оттягиваю. А, знаю, да. Это было до, посмотрите на подбородок. Вот он, опа, вот такой вот. И стало, что после, мискетти, давай, наяривай. И стало после, вот, видите, он более округленный стал, округлился. Ну что, свиньи, блядь, смотрите, теперь какой у меня подбородок, блядь, сейчас пойду к Марьяне, проткну ее нахуй. Мискетти, спасибо большое. Здорово. Моя, как всегда, запустила поршень. Я смотрела, когда семинары и мастер-классы Миллиана Брауда, то, что ты делала, это называется поршень, да? Ну, типа, вот держишь, когда шприца, хуяришь. Аспирационная проба. Проба? А, этот? Да. Ну, типа, поршень, типа, какой-то. Оттягивает, да. Ебать я это, блядь, косметолог. Спасибо большое. Мне очень нравится, прям прикольно. Главное, что это, блядь, главное, что не обезглавило. Смоком так тоже хорошо. Да. Сразу, блядь, повытянулась нахуй. Скоро стану Донателло Версаче благодаря мискетти. Пизда тебе. Как тебе подбородок? Нравится? У меня был вот такой, ну типа... Неплохо? Лицо изменилось? Как твой вообще? Да? Очень идет.